Всем привет, с вами Лев, ребята, и в принципе роликов снова немножко не было, и в принципе да, если честно, то роликов не было, потому что я не был в городе и не мог просто снимать, да. Ну и в принципе окей, так, мы в принципе начинаем, я играю сейчас в мини-валс, я решил снять не просто типичный какой-нибудь мини-режим, который уже я снимал, да, и так далее. Так, мы в принципе сейчас попробуем сломать зеленого мини-сушителя, да. Думаю, вы знаете этот мини-режим, его много кто снимал где-то года полтора или даже два назад уже. Если честно, то это по мне даже недавно было. Ну ладно, в принципе, мини-режим тоже сейчас достаточно, ну, не скажу, что популярный, но неплохой, то есть онлайн неплохой на нем. Так, блин, на меня нападает, мне надо тут как-то... Умереть. Да, конечно. Не знаю, как этот ролик вообще получится. Я хотел заснять, кстати, ролик перед отъездом из города, но я смог заснять сам ролик, но монтаж у меня просто не было желания делать. У меня было плохое настроение, и вообще времени не было. То есть получилось бы ролика и смешного, и я не хочу заливать всякое, ну, так сказать, дерьмо, да, на канал. Да, ну и в принципе ладно, так, я сейчас, кстати, буду теперь чаще стримить, раз в недельку точно стримы теперь будут, это я просто говорю, то есть, я понимаю то, что стримы должны быть чаще, но хотя бы раз в неделю точно должны быть, да, и по-моему желтый читер, я могу ошибаться, но это, ну, наверное, у них сейчас больше всего жизней, надо на них идти, они сейчас угроза нам, да, но там чувак просто, наверное, читер, мне так кажется. Вот этот. Или не этот. Наверное, этот. Так, ну, в принципе, ладно. Так, я ломаю сушителя. Нам главное их вальнуть. Нам главное, да, нам главное вальнуть. И сушителя. И да, мы, у нас еще 10% все уже умерли. То есть, ну, почти умерли. Осталось всех просто убить. Ты втираешь мне какую-то дичь. В принципе, как кровать работает. Так, давайте мы вот этого вальнем. Может быть, и не читер. Просто хорошо играет, не знаю. Так, давайте сюда погнали. Синие живы. Они, наверное, где-то здесь, да. Ага, я понял. Я думал, это что-то тоже шерсть, но нет. Так, будем искать голубых. Да. Их двое, у нас четверо. Я думаю, мы затащим. О, блин, капец. Так, ну да. Я, в принципе, умер. Давайте сейчас посмотрим. Так, синий, вот. Давайте. Ломайте, убивайте их, давайте, пацаны. Мне кажется, вальню. Я думаю, вальнут красные, да, все-таки. Давайте, пацаны, валите. Давайте, давайте. Ну блин, вы что, не спра. Да, все, мы выиграли. В принципе, я думаю, я сниму еще три катки. И сейчас я буду в синей команде, может быть, две, я не знаю, сколько засниму. В принципе, ладно. Так, я. Теперь, кстати, ролики будут чаще, да. Я это, наверное, почти в каждом ролике говорю, то, что они чаще будут. Но сейчас они точно будут чаще, потому что, ну, примерно полмесяца, месяц, ну, дней 20, я вообще свободен и могу спокойно ролики снимать раз в день, стримить, да. Главное, чтобы я не устал, да, от этого. Надеюсь, что не устану, да. А то ролики снимать тоже достаточно сложно. Монтаж, где все дела. Я сейчас буду скоро на новую программу переходить. Поэтому сейчас ролики не будут такими крутыми. То есть монтаж смешной будет, но все равно чего-то не хватает для роликов моих, да. Ну и как-то так. Так, как-то так, так, ну ладно. Погнали желтых ломать. Да, видите, вообще не мазило. Так. Давай, блин. Меня просто убивают, блин, это нечестно. Я просто похлопаю. Так, строитель, давайте строитель возьмем. Ей же дается, блин, здесь деревянный меч дается. Желтый брак, я это понял. Блин, желтых опять больше всего жизней. Это совпадение прям какое-то. Давайте, блин, валить их всех. Блин, а чё меня красные бьют? Мы же типа заодно. Ну, мы не заодно, но заодно. Мы же тоже все хотят убить желтых. Хотя уже нет, сейчас мы будем пытаться вальнуть его, да, сейчас я его вальну, думаю, спокойно, да. Желтых 10%, давайте. Окей. Да, он сам, кстати, постепенно уничтожается, я заметил.
раз 3 секунды, может быть, раз 2 секунды процент исчезает. Так, валю, 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 кого-то валю, там все мои враги, я понял. Подождите. Блин, я не заметил, что это у красных, блин, я думал, то, что мы красные, я забыл. А мы-то голубые, нам опасно сейчас. Так, давайте мы свалим вниз. Отойдем вниз, пожалуй, да? Да. Блин, у меня просто засела фраза, в принципе, окей, да. Надеюсь, то, что я буду поменьше так говорить, но это не точно, да. Так, я играю сейчас за зеленых, хочу за все виды команды сыграть. Хотя, как бы, ничего не изменит, ну ладно. Так, ну давай, 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 и мы идем на красных. Потому что они ядом, да, только из-за этого. Еще сюда скину. Да, все идут на красных. Ну или не все, но сейчас... меньше всего это у красных процентов. Надо не забывать то, что мы зеленые, на нас тоже достаточно сильно напали. Надо желтых валить. Желтый реально уже третью гадку подряд, у них больше жизни, чем, ну, у них дофига жизни. У них всегда больше жизни, чем у других команд. Это вообще как-то странно. Вы видите, 70% нормально вообще? Ну окей, так. Зеленый наш, окей. Ага. Ломаем этого чувака. А, да блин, сдохни. Так, все отлично. На красных. Давайте на желтый. На желтый. Красный-то ладно. Зеленые. Зеленые. Блин, надо. Желтые реально жесткие. Может быть, они и не жесткие, просто к ним никто не ходит. А надо бы. Надо бы, чтобы ходили. Потому что мы и так просто умрем. Точно умрем, да. Потому что эти проценты пока что много чего значат. Хотя через полторы минуты. Ну, блин, надо еще выжить. Так, блин, мы сейчас будем единственной командой. Вот это очень хорошо. Здорово. Так, нашего сушителя мало жизни. Да, нормально. Блин! Да, нормально. Да капец, я вот этого я реально не ожидал. Я думаю, желтых быстрее сломается. Капец. На нас, короче, взяли, все напали. Да. Блин, ну ладно, бой насмерть в любом случае, давайте мы сейчас попробуем как-то, я сейчас залезу, здесь, кстати, карта исчезает, уменьшается постепенно, я вам сейчас покажу, если она будет, конечно, уменьшаться, пока вроде бы не уменьшается, уменьшилась, сейчас можно было заметить, блин, ну капец, ну что ж, ребята, поиграем за самую везучую команду в этом видео, да, а именно за желтых, да. Потому что, ну, блин, я не знаю почему, но нам просто не везет постоянно, да? Хотя, что, не везет? Ну, просто через желтых почему-то у них всегда больше всего жизни. Давайте попробуем через них сыграть. Так, окей, мы идем голубым. Или не идем, да? Окей, я уже умер. Так, убьем сейчас этого голубого. Да, блин! Это, блин, 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 блин! Наших валят, наших... Блин, да вы издеваетесь! А-ха-ха! Капец! Это просто жесть. Так, блин. Это что за читер? Это я начитиваю. Нормально. Прикиньте, только мы первые умрем. Это нормально. Мне кажется, это ненормально. У нас два человека. Я теперь все понял. Спасибо, да. Так, я валю этого чувака. Ладно, не валю. А нас все равно уже нет смысла жить. Да. Да. Ну, в принципе, ребята, на этой чудесной ноте, я думаю, мы закончим. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Вот такой вот ролик получился. Получится маленьким. Но хоть что-то я засниму спустя неделю, да. Да даже больше. Ну, если считать стрим, то получится неделя, может быть, и один день. Все, ребята, всем спасибо. Пока-пока.